Ольга. Здравствуйте, меня зовут Виталий. Привет, ребята, меня зовут Юрий Азаровский. Мы сегодня находимся в Благовещенске, у меня плохие для вас новости. Закрыт парковка перед центральным пляжем. Что делать и как с этим быть, вы узнаете из этого видеосюжета. Присаживайтесь поудобнее, пристегивайтесь. Мы сегодня побываем с вами на Бугасской косе и расскажу про другие проходы к пляжу в станице Благовещенской. Также я сегодня катался на кате, под меня уронили кайт. Сейчас ветер дует, я уехал, потому что у меня что-то шумит голова, болит нога, болит рука. Первое жесткое падение. То есть я еще подлетел. Ребята, видели, как это было? Говорят, офигеть. Вот такие вот дела. Благовещенск — это разнообразные базы отдыха. Мы сейчас находимся в районе Малахит. Из Анапы сюда можно приехать на маршрутке. Она ходит от Северного рынка. Может быть, конечно, сейчас изменилось что-то. Ну, обычно оттуда доходит вот до сюда. Здесь конечная. Здесь очень много разнообразных баз отдыха. На любой, кажется, вкус и цвет. И сейчас вам покажу парковку, альтернативу, которая была на центральном пляже. Смотрите, ребята, там центральный пляж находится, здесь вот стоянка авто на день 200 рублей. Стоимость ее подешевле, чем было там. Машинку можно здесь не только поставить, здесь есть туалет и остановиться как с кемпингом. Здесь парковку перекрыли, машины больше сюда не пускают и перекрыли ее на полтора месяца минимум. То есть, когда заработают, непонятно, потому что земля здесь сельхоз и, говорят, ребята, засадили кукурузы. Так как земли сельхозугодия, они должны использоваться по назначению. Вы можете увидеть, ребята, что здесь организовали грядки кукурузы. Вы не поверите, я вам отвечаю, грядки кукурузы. Вот сейчас здесь вот она должна зайти. То есть это соленая вода здесь морская и песок. Я тоже так. Как вам? На поле можно приехать вот на таком паровозике, посадили кукурузу, и стоимость будет его 50 рублей. Возит он туда в деревню. То есть дальше можно выбрать себе любой выход либо направо, либо налево. И о том, что здесь сельхозугодие, я так понимаю, говорят вот эти стоги седа. Я прям ору, ребята, это просто какой-то сюрреализм, отвечаю. То есть это собственник угарнул по полной программе. То есть говорит, поехали ко мне на поля перед пляжем города-курорта Анапы. Ну такой просто... Ну вот оно. А здесь кукурузу тоже выращивают. Ждем всходов. Если она заколосится, ну хотя у нас, видите, растения растут, это, конечно, будет вообще просто фантастика. Слева-справа расти будет кукуруза. Мы выходим на пляж Благовещенская, как раз-таки с поля кукурузного. То есть тут разные собственники, поэтому здесь ведется бизнес, а там бизнес не ведется. Спасибо большое. О, еда пошла. Сейчас у меня ребята ели шашлык только с утра. Больше ничего не ели. Шашлык, кстати, был от Артура. Артур, привет. Сейчас мы чуть-чуть пойдем покушать где-нибудь. Вот он, фуд-фит есть. Такая еда. Что-нибудь перекусить как раз-таки. Здравствуйте. Приветствую. Как торговля? Да, потихоньку. Зачем вам кукурузу посадили, не знаете? Что? Кукурузу вам зачем посадили? Не знаю, не могу сказать. Селилеев, наверное, что посадил. Наверное. Это прям интересно. Хорошая работа. Это наш подписчик из Дагестана. Привет вам. Здесь, ребят, можно увидеть, что есть шаурма. Допустим, шаурма за 125. 195, скорее всего, да? Красота. Ну, тут очередь большая. Короче, ребят, можете постоять по очереди, я на пляж схожу, если вам не интересно. Массаж предлагает. Туалетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, по-моему, туалетов есть. И тут поставили парасельникс с той стороны. У нас сегодня отжимной ветер, и мы идем уже вечером на пляжике. Можно увидеть, что людей не так уж и много стало. Здравствуйте. Хорошего отдыха, ребята. Спасибо большое. 300 рублей стоимость, два раза. Вот это вот прокатиться туда-сюда на этом парасейлинге. Есть на пляже бар, есть еще один бар. То есть желтый флаг. Как оказалось, ребята, здесь шаурму торгуют наши соседи. ОЖК 123. И лайк, и спасибо большое. И мы ожидаем. Сколько вообще стоимость шаурмы? 200 рублей шаурма. А гира? 220. Парень прям на пляже свеженькую приготовит. Посмотрим, всем ли будет хорошо. Также у них продается мороженка, пиво. Такие всякие разные вкусности, ребятки. Тут вкусняшечка. Уф. Ищ, красота. Ох, ох, это прям вообще такая фишечка. Шаурма от Армена. Спасибо большое. И... Вот с таким вот видом на море бомба. И лежечки можно здесь снять по 300 рублей. Но самое главное украшение — это, конечно же, море. Кукурузу ребята реализуют по соточке. Пляжи чистые.
морюшка прекрасная. Можно сказать, вообще просто идеал. Вот такая вот погода, друзья мои. Как вам шаверма? Главное отличие Благи для тех, кто не любит долго идти. То есть глубина начинается практически везде сразу от берега. То есть в некоторых местах можно даже нырять сразу. Это не как в Анапе, то есть вы там долго идете, пока вам там по колено будет. А здесь именно вот так вот сразу. Ну и сюда подходим мы в сторону Бугасской косы. Людей довольно много на пляже сидят. То там мы видим отдыхающих. На вечернем пляже не думал, что даже настолько будет. Думал, гораздо меньше. Но это очень хорошо, что можно такую картинку отдыха в Анапе показать. Мы сейчас находимся вот чуть-чуть. Если смотреть на Малахит, то левее. И здесь находится муниципальный проход к пляжу. Еще один, помимо того, через тот, который мы проходили через поле. Если хотите, оставляйте машиночку в этом районе и идете купаться. Туда дальше есть автокемпинг и дискотека «Жара» называется. Кстати, на центральном пляже ребята сказали, что тоже будут организовывать что-то типа дискотек. Можно будет приходить потанцевать. Ближе есть еще две парковки. Платные, правда, туда заезжаешь, подъезжаешь ближе к пляжу. Получается, что помимо центрального пляжа еще 4 выхода к морю. Самой Благовещенской относится. Так что вот такие вот дела, дорогие друзья. Ну и, конечно же, морюшка здесь выше всяких похвал. С первого раза показалось, что оно прохладно. Заходим второй раз. Видите, вот глубина сразу пошла туда. Уже поприятнее. Давайте замерим температуру. Температура воздуха 26,8. Несмотря на то, что пасмурно, довольно-таки комфортная, хорошая погода. Ну и морюшка, это прям... Ай, one love. Сегодня, если бы вот не тот момент, когда меня чуть не стало, так было бы хорошо. Сейчас вот ветер есть, получил такое шоковое состояние, плюс немножко вот плечо с ногой болит, и вот жалко. Полдня прождали, ветра не было, а потом появился ветерок, и очень жалко, что пришлось уехать, потому что надо это как-то переживать. Такие моменты тоже случаются, и к ним надо относиться более хорошо. Слушайте, температура водички, ну вот, показавшись, что она очень
прохладная, там на вид показывает, что 22,4 градуса. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Теперь давайте отправимся на Бугарскую косу. Мы находимся с вами на Бугарской косе. И это современная станция виндсерфинга, на которой занимаются люди. Классно, все сделано по современным стандартам. Здесь есть душ-туалет, находится с той стороны. Туалет биос. Можете посмотреть, что все находится вот так на берегу, выполненное из дерева, и смотрится довольно-таки симпатично. Все оборудование, сюда люди приезжают, что-то обучаются. Вот можете видеть, как раз таки занятия происходят. Помимо кайтов, еще видите, есть виндсерфинг. Разложены доски. С той стороны, кстати, за косой находится морешка. И прям шикарные виды, дорогие друзья. Здравствуйте, меня зовут Наталья Рудакова. Я инструктор станции по виндсерфингу в Ветромане. Здесь мы занимаемся со взрослыми детьми. У нас есть занятия с детьми, которые проживают в станице Благовещенская. По выходным занятия проводятся абсолютно бесплатно. Дети могут покататься на виндсерфинге, на кайтсерфинге. Вы видите, что мы находимся на свежем воздухе, физическими упражнениями. Да? Вы можете в любой день приехать к нам на станцию, арендовать оборудование или позаниматься с тренером. Мы ставим на доску с первого дня. Можете уже с первого дня получать удовольствие от этого замечательного вида спорта на свежем воздухе. Так вот выглядит комплекс с туалетом и душем. Это сам душ. Биотуалеты, чтобы не переживали, что отходы попадают в лиман или в море. Ну, все чистенько, классно. Ну, по-моему, прикольно. Мы находимся на споте Kite World, школа по обучению кайтсерфингу. Добрый день. Меня зовут Мазалевский Денис. Мы находимся на кайт-станции Kite World. Здесь мы занимаемся обучением кайтсерфингу. Обучаются как взрослые, так и детишки. На базе нашей станции действует детско-спортивно-юношеская школа по обучению кайтсерфингу. Мы готовим молодых спортсменов. А также в конце сезона данного лет у нас будет проходить чемпионат России по кайтбордингу на этой станции. Пожалуйста, всех приглашаем посмотреть. Будет феерическое зрелище в сентябрь. Это у нас специальные качели для деток, для их мам. У нас папа обычно катаются на воде, а детки с мамой раскачиваются. Раскачиваются здесь. Это специальная зона. Здесь у нас навес от солнца, чтобы можно было спокойненько посидеть, пока кто-то занимается на воде, а друзья-родственники у нас отдыхают в специальной теневой зоне. Для тех, кто у нас устал от ветра или, наоборот, хочется, например, согреться или охладиться, зависит от погоды, у нас есть закрытое помещение. Предусмотрено для комфортного обучения. Да, у нас для разных погодных условий есть разные помещения. Для тех, кто у нас отдыхает, также предусмотрены сабборды, можно взять, пойти покататься с веслом. У нас предусмотрено оборудование для занятия кайтсерфингом. Это у нас доски, гидрокостюмы, кайты, специальные трапеции, пояс и зона для запуска кайтов. Вот она большая, гигантская. Также вам всем будет комфортно, у нас есть туалет, холодильники, питьевая вода, душ. Отдельно, чтобы попасть на данную территорию, это заповедник Анапская Пересыпь. У нас работает трансфер, мы всех доставляем по территории Бугарской косы до кайтстанции. Настолько, друзья, современно и интересно становится обучение у нас в городе Анапа. Видите, что проходят разнообразные соревнования, видите современные школы кайтсерфинга и, по-моему, раздувает ветер. Еще одна серф-станция называется Серф-хата. Можете увидеть, что, в принципе, люди есть даже сейчас на всех станциях. Здесь также есть душ-туалет, полностью все оборудовано для ваших занятий. Кто хочет показать, ребят, ну почему ценится вообще Бугарская коса? Потому что здесь, с другой стороны, находится море. Сейчас покажу. Буквально в нескольких шагах мы с вами получаем такую картинку. Лазурная. Здесь вот от серф-хаты тент, навесик. И смотрите. Я думаю, сейчас во многих городах мне будут завидовать прям, ну, очень сильно. Надо сейчас с этой стороны показывать. Смотрите, я один на таком пляже. Это, по-моему, очень круто. Раз там моречка. Есть чуть-чуть водоросли, но под берегом это нормально. А дальше лазурное, чистейшее море. И оно очень классное.